всех молитв, какие знаю, твержу в уме и вслух читаю. Какою дивной дышит силой молитва: Господи, помилуй. Какою дивной дышит силой молитва: Господи, помилуй. Прошенье в ней совсем немного, прошу я милости у Бога, чтоб спас меня своею силой, молитвой: Господи, помилуй. Чтоб спас меня своею силой, молитвой: Господи, помилуй. Плыву в житейском бурном море, встречаю радости и горе. Какой еще спасаться силой, молитвой: Господи, помилуй. Какой еще спасаться силой, молитвой: Господи, помилуй. Когда текут от горя слезы и страстные смущают грезы, тогда с особой сердцу силой твержу я: Господи, помилуй. Тогда с особой сердцу силой твержу я: Господи, помилуй. Душа, окончив жизнь земную, молитву эту не иную твердит и там, и за могилой, с надеждой: Господи, помилуй. Твердит и там, и за могилой, с надеждой: Господи, помилуй. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Олег Коржинский. Добрый день, дорогие зрители! Вот, Олежка, на все воля Божия. Мама твоя пишет. Она так переживала, как ты будешь тут выступать. Вот, она написала: «Сподобил Господь родиться меня в христианской верующей семье. 6 лет потерял зрение и не отчаялся, не озлобился, а поверил в чудо, в Божий промысел. И верю, что Господь не оставит меня в беде, а поведет меня к добрым людям, в царство, в церковь. Моя милая бабушка Нина Афанасьевна молилась со мной в детстве в храме Спасо-Пароглавском. Мой дорогой учитель Квитко Михаил Романович научил меня играть на гитаре и петь прекрасные духовные песни». Вот что ты можешь прокомментировать? Да, тут все сказано, правильно? Без комментариев, как говорят журналисты. Все правда, абсолютно верно. Ну вот, что для тебя песня все-таки в жизни? Вообще, песня для меня – это все. Потому что вот у меня был такой период, когда 3 года я нигде вообще не выступал. И это было очень тяжело. Вот. Один был у меня вечер, когда вот я гитару взял, играю и говорю: да кому все это надо? Вот представляете, до чего это все дошло? До отчаяния, да. Да. Вот. Я сейчас вот это вспоминаю и думаю, как хорошо, что Господь привел меня в приход Василия Великого, где вот я там возродился. Вот, потому что
Потому что после этого у меня пошли концерты, выступления, запись альбома. Это все вот началось вот с этого. Угу. Вот. Ну, а песня для тебя как бы как такая ниточка, да, которая тебя выводит из темного царства, да? Да, да. В юности я человек был очень застенчивый. Угу. Вот не мог с людьми общаться. Угу. Вот даже вот элементарно сходить в магазин, я, такое у меня было напряжение большое. Потому что надо подойти, спросить у продавца, а есть ли у вас это и это. А теперь же я общаюсь с целым залом, угу. не с одним человеком, а там сотнями, там, с двумя сотнями. Вот это очень помогло мне. Угу. То есть ты преодолел себя, да? Да. Песня тебя вывела вот на такой уровень, когда можно общаться спокойно с людьми, да? Да, да. Теперь... То есть она дала тебе уверенность? Уверенность. Теперь да. я уже не переживаю, что вот надо к кому-то обратиться, там, или даже за помощью к кому-то обратиться. Угу. Это уже делаю совершенно спокойно. Ну, надо давать людям быть добрыми, да? Да. Делать добрые дела. Конечно. Божьи. Конечно, вот в своих песнях я это и говорю о добре, вот, потому что ну, сейчас очень много негатива кругом, да, mm-hmm. сейчас и очень часто, и, вот, куда ни посмотришь, и про убийство, и про коррупцию рассказывают. Вот. А у себя, я, кстати, не пишу таких острых социальных песен, мне когда-то говорили, а вот ты поешь на все темы, а ты спой вот про это, про коррупцию, говорю, милые мои. Это я могу где-нибудь поговорить, но чтобы петь это со сцены, нет. Потому что человек, он увидит афишу, вот, Коржинский, кто это такой? А пойду я послушаю. Он придет, сядет, а тут ему опять про коррупцию... про нестабильность. Он говорит, а я только хотел от этого отдохнуть. А тут я опять к этому попал. Вот, поэтому я решительно говорю, нет, буду петь только о добре, о любви, о Боге. Ну, спой нам, Олежка, вот эту песню, да, «Соложка», по-моему. Так. Да, вот сейчас хочу спеть песню как раз вот о природе. Вот их у меня несколько. Вот, и среди них... «Спой, Соловушка». Тоже песня Михаила Квитко. Спой мне, Соловушка, спой мне, желанная, песню простую, песню свою. Спой мне, Соловушка, песню печальную, песней согрей мне душу мою. Спой мне, спой мне, спой. Спой мне песню, спой. Спой мне, спой мне, спой. Спой мне песню, спой. Спой о родимой далекой сторонушке, где мое детство тихо прошло. Спой о дубраве, о светлой светелочке. Спой, я прошу, еще, еще. Спой мне, спой мне, спой. Спой мне песню, спой. Спой мне, спой мне, спой. Спой мне песню, спой. Спой мне, Соловушка, как за околицей часто встречали утро рассвет. Спой, как глубокою зимнею ноченькой в знакомых окнах мерк лунный свет. Спой мне, спой мне, спой. Спой мне песню, спой.
Спой мне, спой мне, спой. Спой мне песню, спой, спой. Песню спой. Песню спой. Спаси, Господи. Ну, и все-таки как выжить слепому человеку в современном мире, вот, Олег? Ну, несмотря на все технические средства, которые вот у нас есть, они, конечно, очень помогают, очень облегчают нам жизнь. Это вот и навигаторы для незрячих есть, да. Самое главное – это побороть уныние. Потому что, несмотря ни на что, есть люди, которые не понимают незрячих. Это, может быть, и не только какие-то чужие люди, но иногда и в семье, и это и такое часто бывает. Вот. И самое верное средство, ну, которое вот и я тоже, ко мне это применимо, это, конечно, прийти к Богу. Потому что без Бога и незрячий человек, он пропадет. И никакие ни современные устройства его из этого состояния не выведут. Если он же будет рядом с Богом, будет понимать, что Господь ему попустил это испытание, да, то есть не просто так, но значит, он будет чувствовать, конечно, по-другому все, осязать все по-другому, это, осязать будет на слух, все это будет чувствовать, да, вот. Если он это поймет и будет уповать на Господа, то все будет хорошо. Он будет и веселый, и какую-то работу найдет. Вот самое главное. Самое главное. То есть вера в Бога. Да, да. Потому что я видел неверующих людей, слепых, они все озлобленные. Вот им идешь, вот кто-то предлагает помощь, он так всех локтем отпихнет, мол, не надо, я и без вас справлюсь. Вот. Это делать тоже не надо, потому что человек тоже от доброго сердца хочет помочь там где-то на улице. Даже в том месте, где бы и не надо помогать, да, вот. Но все равно как-то, ну, на крайний случай надо сказать спасибо, я сам справлюсь, вот. Но все-таки стараться надо людей не отпихивать от себя, потому что это может привести к тому, что человек останется совсем один. А одиночество – это очень страшно. Да. Спой еще что-нибудь, Олежка. А сейчас я спою песню. Это тоже песня о любви. Вот. Она называется «Если ты поспешишь». Если ты поспешишь, если шаг не замедлишь свой, то я. Я тебе помогу, только не стой на ветру. Если ты поспешишь, если сердце откроешь мне, то я наполню его пением птиц глубоко. Со мною от лихого огня, от обиды тебя укрою. О, мой друг, будь же со мною.
от лихого огня, от обиды тебя укрою. Если ты поспешишь, если двери откроешь мне, то я войду, и любовь станет сильнее оков. Если ты поспешишь, если руку протянешь мне, то я согрею ее, будет награда и тепло. О, мой друг, же со мною, от лихого огня, от обиды тебя укрою. О, мой друг, будь же со мною, от лихого огня, от обиды тебя я укрою. Спасибо, Господи. Олег, мне, знаешь, иногда кажется... Ну, мы с тобой так часто общаемся, да, и концерт, и домой заезжаю к тебе. Мне иногда кажется, вот я забываю о твоей слепоте. Ну, понимаешь, да? И, да, иногда... Где Олег? Где Олег? А он где-то там с палочкой где-то... Задержался вот, где-то. Да, где-то там ищет. Ну, я вспоминаю, я думаю, что он сам сейчас, ну, вместе со мной вышел и пошел. Вот, да. И уже... Я, то есть я отношусь к тебе как к нормальному, обыкновенному человеку, как к человеку, как и должно быть. Просто иногда забываю, что вот у тебя есть недостаток. А потому что у меня глаза-то не похожи на глаза незрячих. Нормальные глаза. Вот. А во-вторых, я рос со зрячими. Вот, и я не был в интернате для слепых. Вот, я рос со зрячими, и поэтому у меня вот сейчас психология, как у зрячего человека. Я вот что скажу еще, я вообще стараюсь побольше держаться именно здоровых зрячих людей, вот, не идти какое-то там в гетто, да, вот. Вот нас, к сожалению, многие ребята, они только со слепыми в одной каше варятся. Хотя очень талантливые люди, но они дальше общество слепых никуда не идут. Давай их оттуда потихоньку вытаскивать. Да, да. Это очень хорошее, я вот тоже часто над этим думаю. Вот. Они варятся в своем соку, и все. Хотя очень хорошие люди, талантливые. Вот. Поэтому надо их как-то вытаскивать. Да... Ну, надеюсь, с Божьей помощью вытащим потихонечку. Вот, потому что нельзя зацикливаться на своем горе. Вот. Тем более люди, здоровые люди, они не отгонят. Вот. Потому что люди незрячие боятся, что вот их не поймут. Ну, конечно, будет непонимание в первое время. Но если ты себя покажешь... какой-нибудь вот свой талант, да, то ты быстро войдешь в социум, вот, и будешь полноценным членом общества. Да, ну ты стараешься и в интернете, ты книжки читаешь, и разговариваешь, и по скайпу, и везде. Вот
Ну, жизнь... Единственное, что ты одинок, да, вот в личном плане. Да, да, но... Ну, жениться ты собираешься? Ой, дай бог, да. Дай бог. Ищешь свою себе? Ищу свою половину. Да. Вот. Поэтому... Может, кто-то передачу эту видит? Я это пользуюсь случаем. Хочу сказать, что, дорогие девушки, если хотите мне написать, пишите мне ВКонтакте на мою страницу Олег Коржинский. Угу. Через от слова «коржик». Да, вот. Потому что вот негоже быть человеку одному. Да, да. А может быть, тоже какая-то девушка, тоже талантливая. Где-нибудь издалека, может быть, в какой-нибудь деревне или поселочке увидит эту передачу и решит написать. Ух, мы постарали в нашей... Олег, расскажи вот про нашу постарали. Да, чуть-чуть не забыл рассказать. Мы сейчас... Может, мы свадьбу сыграем? Вот, с удовольствием. Мы сейчас вот выступаю я и все вот, кто в творческой мастерской выступал, открыли кафе православное «Пастораль» в Петербурге. Вот оно очень хорошее, очень красивое. Мне люди описали, что какая там обстановка. Вот. И все концерты вот наших вот артистов проходят там. Поэтому тоже, пользуясь случаем, приглашаю всех в кафе «Пастораль». Вот. Скоро, где-то в декабре, возможно, будет презентация моего диска. Да, да. Вот. Ну, можно и на «Союзе», наверное, заказать. Ребят тут помогут, да, переслать, да? Да, да. Я тоже очень с нетерпением жду этот диск. Вот буду в машину его ставить и ездить, и слушать. Да, мы все этого события очень ждем. А «Пастораль» у нас находится на улице Александра Матросова, на метро «Лесная». Да, совершенно. И в основном по четвергам там у нас происходят события, да, разные духовные. Да, концерты, показ фильмов, угу, вот, какие-то обсуждения. Вот. И можно посидеть за столиком, за чашечкой чая, посидеть, послушать, принять участие. Поэтому все приходите. Угу. Ну вот видите, сколько у нас много интересной информации появилось. Олежка, хочется как можно больше послушать твоих песен, конечно. У тебя там еще в запасе песни есть. Да, есть у меня. Хочу спеть, поскольку все-таки мы находимся на православном канале, да, и надо не только песни какие-то о любви петь, еще и духовные. Вот. Есть у меня еще одна песня, вот, «Всех скорбящих радость». Есть у нас храм такой в Петербурге, да, на Шпалерной, когда-то тоже в него ходил одно время в юности, там недалеко от моей работы было. Вот. И с удовольствием эту песню пою везде, вот, и вспоминаю этот храм. Пречистая Дева, всех радость скорбящих, смиренных и верных рабов, защита бессильных, здоровье болящих, убогих и сирых покров. Владычица Дева, царица вселенной, покинув престол в небесах, спешишь ты на помощь к земле нашей бедной, тому, кто в тоске и слезах. Спешишь ты на помощь к земле нашей бедной, тому, кто в тоске и слезах. Сама ты отведала горести нашей, ты знаешь, как тяжко страдать. И вот утоли же ты скорби все наши, как самая нежная мать. К тебе все благая, скорбящих всех радость, страдальцы стремятся толпой. Ты в жизни и горькой, единая сладость, в сердцах ты и мир, и покой. Ты в жизни и горькой, единая сладость, в сердцах ты и мир, и покой. О, Высшая Матерь, Владычица Дева, ты Богом дарована нам. Верни же нас, Дева, с распутья мятежного, и путь наш направь к небесам. Владычица Дева, царица вселенной,
покинув престол в небесах. Спешишь ты на помощь к земле нашей бедной, тому, кто в тоске и слезах. Спешишь ты на помощь к земле нашей бедной, тому, кто в тоске и слезах. К тому, кто в тоске и слезах. К тому, кто в тоске и слезах. Господи. Владишка, мы коснулись разных сторон твоей жизни, внутренней, внешней. Вот, так сказать, времени не так много, да, что там за час можно рассказать, объяснить. Поэтому пусть нас простят телезрители, что мы так галопом по Европам. Да. Вот, ну вот в заключение передачи, во-первых, ну, наверное, надо поблагодарить телеканал «Союз», который всегда на встречу идет, да? Да, я благодарю очень наш канал «Союз». Устроил мне вторую передачу. Вот. Дай Бог всем работникам канала крепкого здоровья, помощи Божьей. Вот. Ну, а телезрителям всем я желаю тоже помощи Божьей. И отдельно незрячим людям хочу сказать, держитесь, дорогие мои, кому тяжело, кому плохо, и идите в храм. В храме вам помогут, и Господь поможет, и добрые люди. Да, вот хорошая нота для окончания передачи. Ну и маме, наверное, передай привет свой, да, Надежде Яковлевне. Мамулька моя хорошая, передаю тебе огромный привет. Как хорошо, что ты у меня есть, вот ты и мне помогаешь, и я тебе буду помогать, чем смогу. Храни тебя, Господь. Мама у тебя творческий человек, она преподает до сих пор рисунок, да? Учительница рисования, вот, занимается с ребятами, вот, и несмотря на ее плохое здоровье, все равно приходят ребята, рисуют. Да, это занимается. Очень талантливый человек, и из нее прям вот творчество прям так и пышет. И она, несмотря на болезнь свою, умеет себя преодолеть, да. И, вот, и как-то людям отдать что-то, да. Посвятить что-то. Вот ну, так что, Надежда Яковлевна, вам поклон за вашего сына. И ну, на этом наша передача подошла к концу. Божией всем помощи, ангела-хранителя. До скорых встреч!